Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайкусики. Только благодаря вам выходит эта серия. Да, ребята, поэтому влепите огромный палец вверх прямо сейчас и на мой видос, и на Жекин видос. Давайте наберем по 15 тысяч лайков, 15, и сразу же выйдет следующую серию. Да, да, да. Давай, пойдем, вперед. Ой, ребята, сегодня у меня будет сложная карта, сложный троллинг. В чем его суть? В том, то, что Жека грешник. Жека много грешит. Жека показывал писюн, Жека встречается со Стефаном, Жека меня обвинял в том, что я показывал писюн, а на самом деле я ничего не показывал. Но суть в том, что Жека меня недавно подсадил на сериал «Игра престолов». Я раньше не смотрел его. Но в этой серии как раз таки мы будем разыгрывать одну сценку из этого сериала. Кто смотрел «Игру престолов», обязательно влепите лайкосик на этот видос и напишите в комментариях, нравится ли вам этот сериал или нет. Мне на самом деле он очень даже понравился, хоть я раньше считал то, что он зашкварный, но все же он крутой. Поэтому в этой серии Жека будет каяться, то что Жека много всего напортачил. И мы будем его отучать от этих дурных писюнов. Я надеюсь, я очень сильно надеюсь, что у нас получится его отучить. А сейчас, ребята, мы пойдем к нему на троллинг. Постараемся его пройти как можно скорее, а потом вернемся на мой трон. Поэтому давай, погнали. Евгений! Заходи, Слушай, Эдисон, так быстро, подожди, мы еще не поздоровались. Привет, давай присядем, поговорим. Давай. Как жена, как дети? Нормально, Эдисон. Ну хорошо, пошли. Жвачка есть? Да, все, оставь. Короче, у меня сегодня троллинг очень странный. Тут, по сути, даже нету троллинга. Ты сегодня будешь просто грабителем в банке. Точнее, не в банке, а просто грабитель, понимаешь? Просто грабитель? Да, и ты должен будешь ограбить банк. Банк мне награбить, да, то есть получается? Да, все очень просто, Эдисон, все очень просто. Ты что так делаешь? Опа, спалили! Я ничего не спалили, никого куда не спалили, и все нормально, и глухие вообще, да. Хорошо, Эдисон. Ничего нету, так, хорошо. А что мне делать? Я не... Опа! А как ты сюда выберешься? Не знаю. Подожди, а мне надо выбираться отсюда еще? Да нет, может и не надо. Опа. Вот, видишь, я вообще профессионал как ты. Да ну ты, конечно, вообще. Жека, включи в пицце. Да собака, ну ты, конечно, вообще. Жека, включи. Я что проглядел? Так, писал включи, хорошо, я включил. Молодец. Ты, конечно, молодец, огромный молодец. Там еще вторая машина есть. Не стреляй, пожалуйста, не стреляй. Не надо. Да собака, ты, конечно, Жека, со своими этими. Нифига, ты перепрыгнул! Я вообще, перепрыгнул. Так, тут под этой машиной ничего нету. Нету ничего под этой машиной. Да, вообще ничего нету. Карго! Карго нету, тут нету, там нету. Так, сыщик, просто сыщик этим. Сыщик. Опа! Опа! Пацаны, ты что, дебил, а что ты так громко? Ты понимаешь, что меня даже на видосе не слышно? Да, это понимаешь, что скример. Не делай звуки тише, это скример. Я сделал потише, ну ты тут... Какой скример? Ну что, Эдисон, давай, проходи дальше, проходи. Дать собаку ты нахрен со своими бьями. Да твою мать, как мне пройти тут вообще? Ёперсы ты! Так, я что-то вообще не понимаю, что тут... Ты понимаешь, ты грабитель, тут ты в Payday играл, понимаешь, тебе нужно как в Payday, так аккуратненько пробегать, ага. Карточку верни мою, карточку верни! Нет. Да! Тебе нужно найти эту карточку, если ты понимаешь. Ты что, псина вообще обнагрел, ты что на меня лезешь, а? Давай, ты подожди сейчас, этот нубас сейчас такой... Давай, проходи, беги! Проходи, побегай, ну давай! Да ты с ума сошёл! Мэн, ты вообще поганец, я тебе так скажу! Чё он там... Ты тоже поганец, я тебе тоже так скажу. Так, хорошо. Аккуратненько так пробежать. Я тебя зарежу нахрен! Зарежу, понимаешь, что такое зарежу? Давай, беги! Почти! Нет, проходи. Конечно, ты жесткий. Опа. Собака, мне отпоганить! Опа! Опа! Так, аж нос зачесался. Патроны. Так, патроны есть, на компьютере я тыкать не буду, а то опа просто будет. Беги, тут сейчас респавнится, убегает. Так, Эдисон.
убить надо. Их ты убить не сможешь, я тебе так скажу. Ты что, дурак? А зачем? Они в супер броне, понимаешь, это джаггернауты, короче. Какие джаггернауты? Вообще броньки нет, это же наркоман. Это невидимая броня, самая невидимая троллинг, секретная броня. Троллинг, секретная броня, да, как сделать секретную броню в Майнкрафт, я понял. Да, 98% не заметят эту секретную броню. Куда мне идти? У тебя есть пушка. Да, у меня... Смотри... подожди, я этого дебила застрелил, он меня просто бесит, меня бесит. Он меня бесит, просто, понимаешь? Убей его, Опа! По-другому это должно было работать, ну так тоже можно. Пасыба за карточку, пасыба. Так, опять так, вон, дебила. Дебил! Давай. Дебил пошел в сраку. Ты... Ограбишь уже этот банк, ограбь его. Подожди, я куда пошел? Нет, не туда. Немного, не в ту сторону. Дебилы просто. Нормально. Так, холосё. Тут. Нет, я... Тун. Может тут какой-то, знаешь, секретный... Мать твою, ты вообще сумасшедший, я не могу понять. Ну что это за хрень сейчас была? Ты можешь ее сделать? Жека, ты дурак! Ой-ой-ой, тут еще, вот тут, сиди. Все, не, все. Так левая лезь из-за того, что... Мать твою, какой же ты Джека? Эдисон, ну смотри, ты понимаешь, тут прикол в том, что ты можешь его убить через блок, вот здесь вот. В смысле убить через... Я и так его могу убить. Хорошо, молодец. Так, хорошо. Так, Эдисон, тебе нужно найти, видишь код, вижу тут пароль. Вот тут видишь дверь. Ну дай куда ты делаешь? Да сюда иди, видишь, тут дверь. Ничего не вижу, не слепой! Секретная дверь! Хорошо. Тебе нужно найти 4 цифры кода, быстрее, давай. 7-3, а точнее, 1-6. 1-6, я нашел, все нашел, все есть, все под контролем. Ага. 4-7. И последняя цифра, я сам не знаю, где она. 2-8. А, уже нашел? Да, я вообще молодец, на самом деле. Открывай. Подожди, 6-8-7. 7-7. 6-8 залагал просто. Отлично. 6-8-7-7. Отлично, сейчас дверь откроется. Откроется динамитом! Твою мать! Атас, пацаны, атас! Спалили демоны! Спалили! Плохой из тебя грабитель, Эдисон, плохой, можно... Все удалось, меня не... Так, тут что, сундук есть какой-то, смотри. Да, какой-то сундук непонятный, ну ладно. Что-то меня ты пекнул, там много всего интересного было! Ну все, Эдисон, ограбление не удалось, ты проиграл. Да, окей, давай, выключай гемод, пошли. Пошли! Пошли давай! Да подожди! Ну что, Евгений? Пошли. А что я на твоей карте? Да, ты пехнись. Да не туда. Да, может тут спаунпоинт поставить, да. Да хватит меня убивать! Да все, я больше не буду тебя убивать. Ты грабитель, а не убийца. Я сейчас буду убегать. Да, патроны где-то. В общем, Евгений, иди сюда. История карты. Выбирайся, тебе включило ее, мазочки свои включи, и тебе надо выбраться вот отсюда. Отсюда надо выбраться, куда-то пойти. Понял, прикольная история, так я нашел кнопку. Да. На алмазный блок оставить или куда? Куда хочешь, не знаю. Тебе надо как-то выбраться вот с этой комнаты. Писюн тут какой-то непонятный, да. Вообще не ясно, что он тут делает, я тоже не знаю на самом деле, да. И вот, как ты видишь, алмазный блок, и тоже алмазный блок. И тоже алмазный блок. Вот тут. Три алмазных блока. Ну не работает. Ай-яй-яй-яй, плохая кнопка, плохой алмазный блок. А ну вот сюда. А я не могу на пол ставить. А что делать? Рычаг надо, а не... Рычаг. Не кнопку. Ну ты можешь по-другому способу выбраться с этой комнаты, понимаешь, как? Как? Евгений, в общем, что больше всего выделяется вот тут, в этой комнате моей? Что больше всего выделяется? Какой блок, да? Ну, писюн выделяется. А, писюн, вот как раз таки Евгений сразу заметил. Да, ты молодец, так можно поделать что-то с писюном, может как-то он что-то тебе поможет, я не знаю, вот сюда, потом... Опа! Что это такое? Паунпойнт. Паунпоинт тебе, значит, там, да. Я ничего не делал, какого черта в тюрьме? Что за что меня посадили? За что тебя посадили, да, ты спрашиваешь?
За что тебя посадили? А вот тебя посадили, потому что ты плохой человек, я тебе вот так скажу. Нормально, то есть потому что плохой тебя садят, да? Да, в общем, Евгений. Ты много грешил в своей жизни, много, очень много грешил в своей жизни. Настолько то, что даже не перечислить, насколько ты много грешил в своей жизни. Ты каждый день думаешь о писюнах. Ты обвинял Эдисона, ты врал, ты обвинял Эдисона, то, что он показывал писюн, а он ничего не показывал. Нет, это чистая правда, понимаешь? Молчать, я тут правила задвигаю, вот. Что еще? Ты изменял Стефану с Ибрагимом, а Ибрагиму изменял с Стефаном. А потом еще Стефану с Ибрагимом Митрофана, Митрофану с Ибрагимом и Митрофану с Ибрагимом Стефана. Тут вообще Санта-Барбара, ёпты. В общем. Вот. Поэтому сегодня ты будешь сидеть в тюрьме вечно. В общем, ты много грешил, поэтому, Евгений, тебе надо покаяться. Поэтому, Евгений, ты сам знаешь, что ты много грешил, поэтому покайся. Без этого я тебя не выпущу из тюрьмы. Покайся, Евгений. Покайся. То есть мне покаяться? Да. За то, что я ничего не делал. В смысле ничего не делал? Ты обманщик, врунишка, изменщик. С мужиками. Ну хорошо, я каюсь. Покайся. Да каюсь. Да не надо мне говорить слово каюсь, тебе надо покаяться, потому что я такой-то дурак, не изменял Стефану. Покайся. Покайся. Хорошо, я... Покайся. Да я вот такой плохой. Там что там, изменял со Стефаном. Покайся. Ну, что говорить? Я не могу сказать, ты же показывал писюн, но я не могу говорить, что ты не показывал. Ладно, ради... Покайся! Я извиняюсь, что там правда... Покайся! Покаюсь, я извиняюсь. Да, Эдисон ничего не показывал. Эдисон ничего не показывал. Покайся! Ничего не показывал. Покайся. Это, конечно, хорошо, то, что Евгений стал на путь истины, да? То, что он покаялся. Но это еще не все, Евгений. Да. Тебе надо искупить свою вину. Пройти специальный обряд. Искупление. Пошли на улицу, пошли, открывай дверь. Пошли. Бред, искупление. Искупление надо. Сейчас, покайся! Сейчас мне разденет извращение, если будет издеваться. Я чувствую. Вот, ребята, вы, в принципе, видите то, что как бы я пытаюсь улучшить жизнь Евгения, чтобы он не был вот таким извращенцем, а он сам меня просит, чтобы я его разденет. Я не просил, я просто понимаю, к чему это все идет, как бы. У кого что на уме? Так, хорошо, ничего выходи. Ничего подобного, это выходи, просто понимаете. Да, выходи. Да, мы так и поняли, Евгений. Да, хорошо, покайся. Иди сюда, спаунпоинт. Я просто уже видел и знаю, что сейчас мне будет плохо. Что ты видел? Ну там кто-то каялся в одном сериале. Где? Там... В одном сериале? Так, иди сюда. Спаунпоинт поставь спаунпоинт. Да. Так подозрительно, что мы его с тобой недавно смотрели. Так хорошо, ну... Покайся! Я тебе говорю, я каюсь, извиняюсь. Все хорошо, тогда надо проходить и делать... Да твою мать! Специальный обряд! Вот когда ты пройдешь обряд... Специальный обряд покаяния. Специальный обряд покаяния. Давай. А, то есть это еще у меня... Это тебе просто надо пройти. Да, это еще не искупление. Ты много грешил, Жека. Нормально. Ты просто берешь и прыгаешь. Молодец. Сейчас берешь и прыгаешь. Молодец. Сейчас берешь и прыгаешь. Куда? Куда ты прыгнул? Сюда, прямо, да. Молодец. Открывай двери. Открывай. А тут карточка, ты ее взял на начале, вот тут она была. Вот тут. А, да, ты мне еще дал это замедление. Ладно. Замедление, я тебе ничего не давал. Карточку. Вот карточку найди, вот где-то вот тут карточка. Замедление, я еле хожу. Да, мне без разницы. Блоки у него выделяются. Ты на него смотрел 3 раза. Блок выделяется. Блок выделяется. Выделяется блок, мать твою. Зеленый. Ничего такой, не выделяется. Зеленый блок такой выделяется. Ты смотришь на него, как не выделяется, не могу понять. Ты слепой или что? Вот блок выделяется. А, вот это... ты... понял. Так, я просто невнимательный. Покайся. Ты не знаешь, что я этот плохой. Покайся. Позор, Жека, позор тебе. Позор. Проходи. Спаунпоинт. Понял. Я так и знал, давай там, ну, давай.
Вот, тебе надо пройтись вот тут перед всеми твоими друзьями, подписчиками, и просто покаяться, покаяться, понимаешь? Я тебя уверяю, то, что ты больше никогда, понимаешь, никогда в жизни не вернешься в ту тюрьму, если ты покаешься, если ты станешь хорошим мальчиком, понимаешь? Если ты станешь хорошим мальчиком, то стой там, Жека, стой там, то все будет зашибись, понимаешь? А мне нельзя было еще идти? Нет, нельзя было идти, стой там. Ты меня не дождался, ты еще не искупил свою вину, понимаешь? Не искупил свою вину. В общем, Евгений. Хорошо, да. Иди, иди. Молодец, давай. Пока. Позор! 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 Позор, Евгений, позор тебе! Позор тебе за все твои пиписечные дела со Стефаном и Ибрагимом. Позор тебе, Евгений. Как бы я тут написал, чтобы ты поставил. Позор тебе, Евгений. Всем позор! Позор! Фу! Он пипички показывал Евгению и про него вот это... Позор! Позор тебе, Евгений! Позор! Почему тебе надо вот это вот сюда стать, чтобы тебе вот это дало, понимаешь? Эффект вот этого. Позор тебе, Евгений. Хорошо. Я ничего не понимаю. Жека, ты понял свою вину? Понял? А куда мне встать? Да, понял. Чё-то я тебе не верю, на самом деле. Чё-то я тебе не верю, чё-то ты врёшь. Ну хорошо, сейчас ты обещаешь. Вот проходи по этой дороге, говори, никаких писюнов, Ибрагима, Степана. Никаких писюнов, писюны плохо, Ибрагим тоже говно. Ибрагим не говно, чё ты человека обижаешь? Никто не говно. Я такой НТП, что встань куда-нибудь. Да, хорошо. Ну, в общем, хорошо. Ребята, прости мне Евгению. Мне кажется, что можно его простить, да, можно простить. Можно простить. Отойди! Мешаешь, отойди. Позор! Позор! Позор тебе, Евгений! Позор! Понимаешь? Хорошо. Кнопка не нажимается, отойди! Я надеюсь, что после вот этого троллинга у нас больше не будет никогда в сериях ни писюнов, ни Степанов и вообще больше ничего. Обещаешь? Да. Ребят, мы надеемся, что Евгений повзрослел. И писюны никогда больше не появятся в его жизни. Я очень сильно на это надеюсь. И больше не будет вот таких мучительных троллингов, где под... Чё ты ищешь, дебил? А? И больше никогда в жизни будет таких позорных. Позор, позор, позор. Никогда больше такого не будет, понимаешь? Да. Ты обещаешь? Да. Обещаешь? Да. А чё ты стоишь на месте? Проходи дальше, моя карта, проходи дальше! Ну хорошо, Евгений, так уж и быть. Я тебе прощу на первый раз. И сам построил на Стефана. Тебя нужно... Тебе нужно проходить... Это твой дом, ты к себе домой вернулся, а тут уже... У каждой серии есть разные дома. Ёханый бабаек. Твою ж-то матушку, Жека. Ну, я... Хорошо, будем все заново. Покайся! 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 Лошадь говорит, пошел просто нахрен! Никуда не пойду, покайся! Пока не покаешься, ничего не будет! Я с тобой записывать не буду больше! Степан самый лучший, писюны, ура! Знаешь, ребят, знаете, как ребенок, типа, уши так затыкают, типа, ла-ла-ла-ла-ла, я тебя не слышу, говно, пиписька, так же и Евгений, печальные новости для тебя, печальные, знаешь, какие? Синдром невзросления. Ты не повзрослел за это. Я буду это жить долго, ты старый дед пердун. Покайся. Тебе каяться надо, пердун. Покайся. Ребят, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, если считаете, что... Да, ставьте, конечно же, лайки. Ну, Жека, хорошо. Ты не понял. Хорошо. Ребят, ставьте лайки, да. Я буду воспитывать Евгения, Набираем 15 тысяч лайков. Давайте... О, кстати, подожди. Подожди. То есть мы возвращаемся на 7-8 месяцев назад, да? Когда Жека баба и вот это все. Ну да. Хорошо. Жеке бабе лайки не ставьте, он не заслужил на эту серию. Он вообще не ставьте, не ставьте лайки. Мне ставьте, Жеке бабе не ставьте лайки, спасибо за просмотр. Жеке бабе не нужны, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Не надо, Жеке бабе не надо, до свидания, я с тобой не дружу. Вот ты дебил, прощай.